Данные бывают не только двоичные, но и текстовые. Для работы с текстовыми данными нужны специализированные классы, более удобные, чем низкоуровневые потоки байт, input stream и output stream. Такие классы в стандартной библиотеке Java есть, и их целое семейство. Сейчас мы с ними познакомимся. Начнем мы также с базового абстрактного уровня, на котором есть два абстрактных класса — Reader и Writer. При первом взгляде на их устройство может случиться дежавю. Где-то мы это уже видели. Класс Reader устроен абсолютно аналогично InputStream. У него точно такие же методы read, только вместо массива байтов они принимают массивы символов. Ну а метод read без параметров возвращает тот же int, но в этом инте нужно смотреть уже не на младший 1 байт, а на младшие 2 байта. Класс Writer аналогичен классу OutputStream, только с заменой байтов на чары. И еще у него есть парочка перегруженных вариантов метода write, принимающих строку, не влезших на этот слайд.